Представители отрасли даже рассматривают в качестве возможного решения перенос печати книг и прочей полиграфической продукции за границу, например, в Индию, Китай или Иран. По словам эксперта, это достаточно выгодно, поскольку текущий курс доллара не очень высокий, однако при его росте выгода может пропасть. В свою очередь, в Китае опубликовали план работы по охране древних книг. Его составила национальная руководящая группа, которая отвечает за классификацию и публикацию старинных книг. Они считают, что план послужит руководством для соответствующей работы компетентных ведомств страны до 2035 года. План состоит из 10 разделов, посвященных различным аспектам развития дела по охране древних книг, включая их охрану, исследование, публикацию, оцифровку и продвижение. А в нем также перечислены 40 соответствующих крупных проектов и задач, которые необходимо выполнить. Минкультура предложил обновить перечень творческих профессий. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В новом списке 365 позиций вместо 189 творческих специальностей, утвержденных в 2007 году. В сопроводительной записке объяснили, что в современном мире с внедрением новых технологий появились специальности и профессии, которые требуют новых знаний и умений. Поэтому перечень устарел и требуется принятие нового. Так, на смену театральному суфлеру, художнику, кукольнику, например, придут администраторы, обувщики и швеи. Это не значит, что профессия исчезнет полностью, однако люди, которые ей занимаются, не смогут, в частности, получать зарплату в полном объеме в момент простоя при вынужденных обстоятельствах. Тем временем на Алтае планируют снять сериал в жанре драмеди, одним из главных героев которого станет турист из Москвы. Кинолента будет состоять из 16 серий. К съемкам намерены приступить весной-летом 2023 года. Об этом сообщил заместитель министра культуры Алтайского края Алексей Бочаров. Хорошее название «Выгорание», а по сюжету представитель, наверное, так, московский мэр приезжает на Алтай, поскольку он выгорел в Москве в графике, и вдруг появляется позвонит, который попадает в странах представителей андеграунда, который попадает в неприучную для себя ситуацию. Ну, вот такая интересная тема, я могу к сравнению пожаться подробности, понятно почему. Одним из авторов сценария выступает кинодраматург Алексей Лешковский. Над ним будет работать также молодой алтайский автор Олег Канин. Часть съемочной команды планируется пригласить из Москвы, в том числе режиссера. Итоги года сегодня мы будем подводить каждый час в эфире «Радио Сибирь». С вами была Ангелина Гайсина. Редакция радиостанции поздравляет всех с наступающим новым годом.